Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители! Сегодня я приготовлю слабоалкогольный освежающий напиток «Сангрия». Этот напиток идеально подходит для жаркой погоды. Для данного рецепта «Сангрии» нам нужна бутылка красного вина, 50 грамм коньяка, 2-3 столовых ложки сахара, 1 апельсин, половинка лимона, 1 яблочко, веточка свежей мелиссы и также палочка корицы. Одну половину апельсина мы выжимаем на сок, а вторую половину апельсина я нарезаю мелкими кольцами. Нарезаем кольцами половину лимона и яблочки на дольки. Апельсин, лимон, яблоки, мелиссу засыпаем в кувшин. Ломаем корицу на части и добавляем в кувшин. Добавляем сахар, коньяк, вино. Хорошо все смешиваем и ставим на 2 часа в холодильник. Прошло 2 часа, и теперь я добавляю к сангрии миллилитров 200-300 сильно газированной воды. Сангрия готова, буду пробовать. Вкусный, освежающий напиток с ароматом фруктов. Очень классный. Я думаю, мое вино, которое я сделал в этом году, пойдет большая часть летом именно на сангрию. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Всем пока!